Всем привет! И сегодня у нас обзор игры для Android Battlefield Tank. Эта игра показалась мне довольно-таки интересной. Ну, интересной в плане графики, не в плане геймплея. Так что обзор будет довольно-таки быстрый. Хочу показать все-таки графику, потому что это главная фишка этой игры. Так, заданий пока нету, миссий тоже. Просто гоняем, убиваем танки, смотрим на графику и все. Пока это бета-версия. Вот, собственно говоря, вот так мы можем ездить. Поворот осуществляется только с выстрелами. Кстати, можно звук даже добавить. У нас какая-то штучка улетела. Деревья, как видите, тоже все прозрачно. Вот меня уже мохают. Оп. Ну, спецэффекты, как видите, не самые лучшие, но для такой солянки, которая выстроена обычными разработчиками, непрофессиональная группа, это, конечно же, очень даже неплохо. Как видим, заданий никаких нет сверху. Наша жизнь была 100, стала 91, ну и счет, который ни на что не влияет, и его даже в онлайн нельзя закинуть. Те, кто будет закидывать? Я не знаю. Что-то я сдвинул. О, вот так, короче, гоняем. Игра ограничена, если кто-то хочет заехать за те дома. Сейчас посмотрим, как это будет. Танки тоже не совсем пропорциональные. Американские больше, наши русские не всегда вообще по размеру подходят. Но, например, захочу я доехать до вот тех домов. Еду. Танки где-то сзади меня остались. И вы смотрите, я подъезжаю. А, нет. Вот, как видите, это стенка. Гусеницы не двигаются. Это просто стенка. И так вот на таком замкнутом пространстве, да, может для кого-то это и круто. Графика хорошая, без геймплея, без управления. Я вообще не знаю смысл этого обзора, просто для того, чтобы вы посмотрели, что это за игра такая. Спасибо за то, что смотрели этот обзор. Это не последняя игра. Следующая игра будет от этого же разработчика. Ищите его в маркете на 4 PDA. Короче говоря, всем хороших игр. До встречи.